С января 2018 года семьи с детьми смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку со стороны государства. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщила начальник управления соцзащиты Галина Каширина. Ежемесячное пособие будет выплачиваться при рождении или усыновлении одного ребенка в течение полутора лет. Средний размер компенсации составит чуть больше 10 тысяч рублей. Пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи, который не должен превышать полуторной величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона. По проекту данное пособие будут выплачивать органы социальной защиты. Выплаты будут осуществляться из федерального бюджета. Кроме того, предусмотрены выплаты за рождение или усыновление второго ребенка. Деньги на данные цели поступят из средств материнского капитала. Окончательное решение по данному вопросу депутаты Госдумы примут 21 декабря.